Друзья, всем привет! В конце октября нас ждет праздник всех святых, поэтому сейчас предлагаю уделить внимание написанию Хэллоуина. Сейчас посмотрим с вами трек, посмотрим видео, послушаем трек. Синхрона между видео и аудиодорожкой нет, но просто как визуальный фон. Что, погнали! Хэллоуин! Клавесинчик от Spitfire. MIDI. Дальше пиццикато струны. От Альбиона. Играют ту же партию, что и клавесин. Пиццикато от Emotional. Виолончель. Она играет басовые ноты. Ля-ми-ля-ми, до-соль-до-соль и так далее. И она немножечко уведена вправо. Дальше. Басы. От Афлатуса. Дальше у нас идет бас. От Джаггернаута. Потому что без вот этого баса будет звучать все как-то немножко слабовато. В общем, струнные звучат так. Едем дальше. Туба. Туба у нас от Альбиона тоже. Стаккато. И она, вот видите, немножечко уведена. Даже очень немножечко уведена вправо. Тромбоны. От Метрополиса. Арка первого. Стаккато. Небольшая задержка у них есть, поэтому тут стоит минус 15. Горны. Альбион.
Дальше термин Vox. От Sound Iron. Гобой. Нет, это кларнеты от Нуклеуса, от Аудио Империи. Ксилофон. От Сайнперк. Дальше Глокеншпиль. Тоже от Сайнперка. Трумпет. Метрополис Арк первый. Стаккато. Здесь у нас... Нет, это не басун. Это... Что-то, скорее всего, какие-нибудь флейты. Потому что высокий регистр. Что у нас происходит здесь? У нас получается, что гобой с ксилофоном задают как бы вопрос, а глокеншпиль с трумпетом им отвечают. Так, дальше едем. Здесь у нас горн играет, повторяет мелодию термин вокса, чтобы немножечко просто расширить тембр. Здесь у нас вокалы. Мужские и женские. Стаккато от Марка. От Арка. От Марка, блин. От Арка первого. Нет, не стаккато, марката. И задержка выставлена. Крэш. От Маджестики. Еще один крэш. Как бы с нарастанием. Из этого же патча. Колокола. Это тоже Сайнперк. Элементарный бит из Addictive Drums. Удары от 8 Dio, шейкер, шейкер оркестровый из Сайнперка. Сбивка из Icon. Sound FX, который у нас гуляет по каналам, чтобы было какое-то разнообразие. Здесь различные различные эффекты такие мультяшные. Чтобы создать такую позитивную атмосферу. Некоторые звуки органические, например, вот надувание, да, шарика резинового. Чтобы не использовать здесь вот эти райзы, знаете, такие трейлерные. Чтобы как-то сделать это более дружелюбно. Вот. И в качестве ревера здесь была Valhalla Reverb. В обработке здесь вообще особо ничего нет, здесь только... Вот убраны низа, кое-где подрезаны резонансы, и вот добавлено немножко, немножко ревера общего, и все. Вот, получили такой трек. We'll be right back.
Вот, как-то так. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы узнали для себя какие-то новые инструменты. Ну все, ребят, всем хорошей рабочей недели. Всем пока.